Доброе утро, ребятки. 31 марта 2019 года. Ну, а мы проснулись и собираемся в дорогу дальнюю. Утро сегодня без обхода. Почему без обхода? А может, сейчас покажу. Чтобы сделать обход, здесь вот какое-то болото. Вроде снежок лежит, да? Но под снегом трясина. Ты просто наступаешь и весь в дерьме. Такая вот стояночка грязная. Вчера себе фура приехала, забуксовала на этой стоянке. Как-то так. Ну, а мы с коллегой поедем дальше. Так что как-то вот так вот. Вот мой коллега. Ванька, стой! Уже поздно! Итак, ребятки, сегодня погода солнечная. Солнышко светит за бортом. Что у нас за бортом? Плюс 2. Вчера мы заезжали на стоянку. Была дикая метель. Дикая метель. Прям переметало все на свете. Вот видит, можно увидеть от снега, сколько на машине намело. Вечером вчера. Сейчас все обильно тает. Плюс 2, солнце пригревает. Очень хорошо все тает, сосульки капают. Все капает. Видно это. Солнышко делает свое дело. В общем-то, как-то так. Ну а мы, друзья, что, собираемся с коллегой вот. Коллега, помаши ручкой. Стесняется. Стесняется, говорит, я не фотогигиеничен и так далее, и тому подобное. В общем, кафе здесь очень хорошее, прекрасное, классное, но стоянка паршивая. Видно, да? Болото, блин. Ну, также, опять же, подорожной сетки на этой стоянке забора нет, ограждений нет. Есть только поле в другом. Итак, друзья, поехали, с Богом. По самой мисси, по самой каше. Так, рецепт вышел, все отлично. Ну а мы, друзья, что, выезжаем? Выезжаем в сторону Казани. И ночлег у нас сегодня будет в Казани. Вот если сейчас вот этот дядя будет ехать, а он едет, блядь, долбоёб, ну, конченый. Все. Все, встал. Лосос тупорылый, блядь. Что за люди, дебилы? Видишь же, блядь, грузовик выезжает в подъем. Нет, блядь, буду ехать, не уступлю тебе. Ну что за народ такой, а? Тупоголовый, блядь. Глупомордый, блядь. По-другому никак его не назовешь, блядь. Ингредиент этого. Ну, поехали, пробуем.
потихонечку нормально все зашел. Не ругаться бы матом. Юрка, будешь выезжать, был этот АСР, сразу включи. И на механику впереди. Так, АСР включаем. Третью передачу. Четвертую, наверное, так лучше. Поехали. Буксуем. Ну, потихонечку ползем. Итак, ребятки, тихим сапом. Вроде вылезли практически. Ага, вылезли, блин. Это да. Такие вот стоянки, никакие, в общем-то. Накатываемся к трассе. Короче, ребят, я с горем пополам вылез. Вон коллега мой выезжает тоже с разгончику, взял это все препятствие. Все, поехали, ребят. Блин, отсюда теперь не вылезти. Беда прям какая-то. Итак, ребятки, все, выехали мы. После, ну, минут 25 это я постоял, побуксовал. Ну, выехал, короче, все нормально. Неудобный выезд со стоянки, с подъемом, с поворотом. А вот снег прошел, все, машина буксует. И еще есть такие моменты, когда по главной дороге едет товарищ. Совсем он мне не товарищ. Едет, видишь, что машина выходит со стоянки, на подъем идет. Нет, не уступлю, буду сам ехать. У меня главное, все, блядь, я царь и бог. Ну, короче, такие вот дела. Ладно, ребятки, хорошего вам всем просмотра. Поехал я работать. Всем, кто дома, хорошего отдыха. Кто на работе, ни гвоздя, ни жезла. И до скорых встреч. Подписывайтесь на канал.